Итак, у нас продолжается 20-долларовая сессия. Прервал сессию звонок. Пока что ничего не открылось нам интересного. Ну, пока что мы еще ничего, в общем-то, и не открывали, да? Итак, выигрышные номера. 12. У нас ближайший будет 14, 16. 19. Тоже у нас не особенно есть такой номер. 14. Будет $5, да? $5. Вот они у нас и есть. То есть 23. О, 23, еще $5 будет, да? $10. То есть, в принципе, мы возвратили тот усредненный возврат, который мы ожидаем в лотерее. И вот эти два билета, они могут не принести нам ничего. Но, опять-таки, это лотерея. Будем надеяться, что что-то здесь добудет интересное. Звездочки нет, хорошо. Звездочки нет, хорошо. То есть, у нас есть шанс выиграть что-то интересное, да? 18, 7, 29, 15. О, еще один выигрыш. Будет, наверное, $5, скорее всего, да? 21, 28, 13. О, будет еще, наверное, $5. 17, 1 и 8. Повторяющих номеров нет, но у нас есть вот эти. Видимо, будет 5 и... А, нет, 10 и 10. $20, хорошо. Теперь смотрим, может быть, у нас... Ну, вряд ли, наверное, будут еще какие-то совпадения. 27. У нас есть 28, 29. Номер 24. Тоже у нас не особенно виден, да? 6. И номер 14 есть у нас? Тоже нет, да? 15, 13. Да, логично. Нету. Хорошо, значит, выиграли мы $30 при потраченных 20, да? То есть, ну, статистически вот этот билет должен быть не выигрышным, потому что два билета из трех выиграли. Сумму, то, что мы усредненно ожидаем вернуть, мы вернули. Но если у меня было такое, что я, по-моему, покупал 10 билетов, и все 10 были выигрышными. Мелочь, правда, но по количеству 10 на 10. 3, 27, 12, 9... 21, 28, 17, 18, 23, 6, 22 и 32. Повторяющих номеров нет, мультипликаторов нет, звездочки нет, да? Выигрышные номера. 15. У нас есть 14. 13. 15 нет, правильно? Номер 4 у нас есть. 14. 2 есть. Номер 16. Вроде было 16. Вроде видел я где-то, нет? Показалось. Привиделось. Номер 7 у нас есть. 6, 9. Номер 19. У нас есть 9, да? И номер 11. Тоже у нас его нет, да? Ну, на всякий случай я сканирую. Вдруг я что-то где-то упускаю. Давайте пока. И до следующего раза.